Итак, вот коробка. Здесь время движется в одну сторону, но внутри коробки оно идет туда, куда захочешь. Теперь ты должна сделать все шаги правильно, иначе будущее может удивить тебя. Помни, что самое ценное, что можно отправить во времени, это информация. Шаг первый — ждать. Ждать, пока данные поступят из будущего. Я не спрашиваю, что и почему, это не важно. Важно то, что они этого хотят. Ты как раз вовремя. Шаг второй. Не суй свой нос. Ты делаешь свою работу здесь, а они там свою. Шаг третий. Самая важная часть. Кто-то, кого ты никогда не знала, передаст тебе информацию. Рис на связи. Передаю код. Эхо. Браво. 9. Джей. Убедись, что поняла все верно. 1. 8. Берешь бумагу, 8. Отправляешь ее в прошлое обратно к себе, в момент, где ты все еще ждешь кода. Звучит как фокус, но это всего лишь причинно-следственная связь. Все эти разговоры о будущем. Мне бы с настоящим-то разобраться. Но сегодня работы нет. Эй! Эй! Что происходит? Что вы тут делаете? Проваливайте! Время 11:45. В полночь защитный код мейнфрейма Action Corporation будет сброшен. Перед сбросом будет 20 секунд, когда систему можно взломать. Недостаточно, чтобы найти что-нибудь интересное, но у Эйса достаточно времени, чтобы украсть код и передать его тебе. Как обычно, ты отправишь код уже через 5 минут. В 11:51, сэр. Достаточно времени, чтобы получить то, что нам нужно. А у меня вообще есть выбор? Запускай машину. Эйс на связи. Я на позиции. Готов ко взлому через 10 минут. Ну а ты, Макс, успеваешь? Успеваю. 11:51, сэр. Видимо, ошибка калибровки. Код должен прийти в любую секунду. Что-то не так. Код уже должен быть здесь. Видимо, проблема со стороны... Придется прервать миссию, если не получу код за 2 минуты. Коду лучше появиться, иначе будешь жрать эту гранату. Уже поздно. Каким-то образом код не оказался в машине, иначе он был бы у нас, окей? Банальная причинность. Я прерываю миссию. Вызываю Эйса. Прием. Мы... Так ты утверждаешь, что что-то мешает коду попасть в машину в следующие 5 минут? Что-то или кто-то, да. Эйс... Все идет по плану. Ожидаем код. Вас понял. Сегодня кто-то будет спать в мешке для трупов. Интересно, кто? Дельта. Эхо. Чарли. Омега. 5. 7. Боже!
Как я говорил, будущее может удивить тебя. Вне времени. Подписывайтесь на канал Шортс короткометражки о Диафильм. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли дублировали Кирилл Патрино, Олег Абдуназаров, Андрей Бахтин и Михаил Полежаев.